Все ваши растения несчастно выдергивают рыбы. Может, их просто съедают? Что же делать? Об этом в этом ролике. А с вами Аквария и я, Валерий Иванцов. Поплыли. Огромное количество подводных обитателей требует различных условий содержания. Одним нужно много растений. Другие с радостью с ними расправятся и будут плавать довольными. Некоторые же вообще беззастенчиво все съедят и даже спасибо не скажут. Что делать? Как быть? Спокойно. Как говорится, все украдено. Все придумано до нас. Аквариумисты давно придумали решение. Это искусственные декорации, гроты, растения. Выбор и ассортимент на данный момент, как сортов колбасы, неисчислимое количество различных гротов, растений, декораций, кораблей, чего только можно, все, что только можно представить. Кому-то нравятся подводные корабли, кому-то упавшие самолеты, кому-то искусственные растения, другим нравятся более природные горы и другие декорации. Да и самим бандитам, которым так нравится вырывать растения, искусственные декорации очень-очень нравятся. Они их воспринимают за гроты, пещерки и прячутся там. Еще один такой маленький плюсик для тех, кто не очень любит ухаживать за аквариумом. Гроты и декорации дают маленькое послабление. Они практически не требуют ухода. Ну, может быть, иногда их надо помыть, если уж совсем заросли. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите по описанию в группу ВКонтакте.